Вчера состоялось первое заседание Совета депутатов муниципального района третьего созыва, в котором приняли участие заместитель руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан Мирхайдар Фатхулин, главный государственный жилищный инспектор Ильдар Замалединов и глава администрации муниципального района Раиль Ибрагимов. Начав работу заседания Совета, председатель территориальной избирательной комиссии Мухаммед Рахматуллин выступил с информацией о выборах в Совет депутатов муниципального района, которые прошли 14 октября. В результате избирательной кампании представительный орган местного самоуправления был сформирован в полном правомочном составе. Всего избрано 15 депутатов, из них 11 имеют высшее образование. Выборы были назначены 14 октября 2012 года. Также на этот день были назначены дополнительные выборы депутат Совета сельского поселения, Рыжевский совет муниципального района Каймановского района Республики Башкортостан 26 созыва по избирательному округу номер 4. Выборы депутатов Совета муниципального района проводились по одноэтапным избирательным округам с применением мажоритарной системы. Повестка дня первого заседания второго созыва включала в себя 16 вопросов. Большая их часть была связана с деятельностью нового состава представительного органа муниципального образования. Депутаты первым делом избрали председателя совета в лице Вячеслава Суходолова, его заместителя, которым стал Рафкат Галимов. Позвольте мне от всей души поблагодарить вас за оказанное мне доверие. Хочу заверить вас, что возложенные на меня обязанности председателя совета буду исполнять, не жалея сил, ни времени, во благо развития нашего района. В соответствии с регламентом совета депутатов муниципального района были образованы 4 постоянные комиссии, утверждены их руководители. Это Рафкат Галимов, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственности. Салим Хунафин, председатель постоянной комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению. Амир Шиахметов, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам, использованию земли и природным ресурсам, экологии и чрезвычайным ситуациям. Виктор Симко, председатель постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам, охрана правопорядка. Председателем комиссии по соблюдению регламента совета по статусу и этике депутата стал депутат от избирательного округа номер 5 Данил Акилов. В заключении сессии всем депутатам были вручены удостоверения. С приветственным словом к депутатам обратился заместитель руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан Мирхайдар Фатхулин. Именно от вас зависит социальное благополучие и жизненный уровень тысяч людей. Потому что именно вам, местные сельские власти, люди доверили решать вопросы, которые напрямую определяют качество их жизни. Раиль Ибрагимов в своем поздравлении отметил, что впереди депутатов ждет нелегкая работа. Это достаток, тепло и уют в домах хайбулинцев. Все вместе необходимо приложить все усилия для достижения поставленных целей. Я как руководитель и просто гражданин своего района буду прилагать все усилия для достижения поставленных целей. И я уверен, что депутатский корпус района умом и сердцем проникнется в простую истину, служит своему народу, служит своему району. Фаниля Баширова, Зуфар Лебаев, Ильнур Крымгужин, служба новостей. Вчера в Акере произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь по улице Закивалиди в сторону объездной дороги, не справился с управлением и машина врезалась в газовый столб. По счастливому стечению обстоятельств никто из участников дорожного движения не пострадал. Как констатирует пресс-служба ГИБДД, значительно ухудшающиеся погодные условия осеннего периода становятся основной причиной увеличения количества ДТП. Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция Республики призывает водителей быть предельно внимательными на дороге. Двигайтесь, не превышая установленной скорости, не допускайте опасных маневров, соблюдайте интервал и дистанцию между автомобилями, учитывайте метеорологические условия и будьте готовы к внезапным изменениям погоды. Хайбула районының иң ұқташәл бәлеусілері күсін ашты. Район мәдениет үртубіні ғында бірінсі тапыр ұлған бұл бәйгі бөті ауыл білемелерінен һәм көрші Ырымбур үлкіғынан келген ярышыларды өзіне тұпланы. Хабарсыбыз Артаман Тебан Дауамиті. Әубәкер олына келген Люция Небилалова 70 жыл ғұмірінің 45-ін шел белеу мінен шұғыләне. Рухи кенәніс мінен бір әттен мади табышта келтірген бұл шұғылге оны келінді шөйіреті. Қатқан бір жүрді сабыр, шарфла, бейлейлер,
Мәдәният йорты файында урнашкан күргәтмәле күзен яуналардай дебетшәлдәр, йылы бейле ойықпаштар хатуғала сығарылды. Телеген бір кеше үзін оқшаған әйбір табалды. Тәғдим етілген күргәтмәлер арасында айырылса яңы ерген ауылына келген бәйгесілер айырылып тұрды. Тамашасы һәм жюри асылары хөкіміне олар бейләген хулыштарынгіне түгіл, әуірінді оқ оларды бейләп күрәтті. Йомшақ дебетшәлдәрдің яурынға келіп ятқансы күпмі сабырлық, түдімлік һәм күн нұрдары талап етуін бик керектәргіне білі. Бейләм үші менен ысынмаған әндә янған Гәүһәр Әхмәтова айтуынсә, бір дебетшәлге яқынса бір ай самаға уақыт үтә. Дебет қабалар отырам. Дебетті қабалар, сестартып, үйлерге әдірләп отырам. Шәлбейләуді бик яратам мен өдім. Әсейім мені 7 ештен өп шәлбейләргі үйреткейінім. Уға мен бик дұр рахмәтлімін. Үтә келейінді дұр шәлләр бейләргі үйрендім. Бұнан хұн кеуге сыққас, мәктәпке ішке түштім. Мәктәпте іштеген уақытта хызмет дәрістерін алып бардым, кружоклар алып баратырға үйнім. Үз білгенімді балаларға үйреттім, міне бір ұқысым янымда отыра. Қыдымны да үйреттім шалбайларға. Бейлем іштерін башқару ұсталығы еәтінен қарағанда, әбіш алынан келген Райхана Сайфулинана айрын білділіп өтірі керек. Ол башқа қатнашылыслардан айырмалы рәуіште дебет шәлдердің ортағын сімірліп бейлей. Өзімді кейт білгенде бейлерге үйрендім шалды. Шол әсейлерге яға бейтім шалды. Келім ұрып түшкәсі бейім менен ұша бейлерсі. Қазір енді өзім қартесе үлесе оғас бейлейім. Дебетлерді тәуде өзім кәзет ұрттым. Қазір хатып алым бейлейім. Яқшы дебетлерді мәне ұрттым. Қазір ең түрлі шалларды ортағына бейдек қалыпта немейді шоға ажурны етіп. Районда бірінсі тапқырғына ұлғаруына қарамастан, көргәдімә, ярминкә менен бірләшкән бұл бәйге иліге яқын қатнашысыны үзіне еді. Һәр бәйгесі тәғдим ителгән тауарларын һәр яқлап көрһәтергә лә тейеш булды. Шәңгәрәйбе Нәсимә апайға 75 яш, ул мына 3 шәлен диберді. Һәм мына кофта мына қалған әйбердәрдән дә улар барғала шул эште эшләп җибәрелгән. Һәм шуны бәйрәктә әйтеп үттем киндергән килгән генә инде художество итәксе. Бүген мына өстенә элеп торган матур кардиган инде. Бул безнең математика укытучысы Габитова Минзәрә Миннибаевнаның эше. Әйдә кулсап алыйктар. Барына барынча башлай. Һәм шуны әйтте килә Сидәм касабасы Әбедерлі, апайдарлы, қылуғдарлы, алар қышқылыққа әзір деп әйткен келе. Хәм мен хізге бәлекей гіне көз тәне сәдірләрім. Әйткәндәй, бәйгене ұштыруда район мәдениетті бүлігімінен біреттен бағымсылар болып сығыш яғаған Ақтеу ауыл советы биләмәһе һәм шәхси ишқылар Әхәт Байғосқаров та үз үлешін ендірген. Әйінді Ақтеу ауыл мәдениетті үрті қызметкерләре кәзәт тарау, дебет сирату, иләу юлаған сәхнәләштіріп көрһәтте. Бұл шәл байрамы біздің районда бірінші тапқыр өткерілі. Біз өдебіз екі тапқыр республика шәл байрамында қатнашқайнық енді. Мына шондағы әдімі көпімі көріп қайтқан тұқтанған тәжірибелерімен бірінші тапқыр шәл байрамы теге өткерігі теген ұйға келдім енді. Хәм шолға яраклы. Біз енді бүгінгі башқа бәйгілерден айырмалы рәуіште һәр бір кеше қатнашылса өзінің әйбердәрін реклама ясарға тиеш. Шуға күрә мына әле күрүбезә файдалы халық қатнашасылар шул тиклем күп. Байрам бик яңлы, сәмле барып деп уйлайм инде. Бәйге һуңында иңелүчеләр номинациялар буенча билдирәнде. Гран-при 2 номинация буенча бер юлы 2 кешегә бирелде.
Кәзәт дебетінен иң яқшы қолы шәйбірі номинацияғында Гәуһә Рәхмәтова еңһә, иң яқшы шәл оҫтаһы тип Райхана Сайфуллина табылды. Бәйгенең иң оло ҡатнашыусыһы тип һикән йәшлек Мәрхәбә Иҫәнгилдина билдәләнһә, үҙенсәлекле автор-разработка номинацияһында Рәшидә Рәшидова еңеп сыҡты. Ә инде күрше Ырымбур өлкәһенән килгән Рәйлә Ҡаҙарбакова йолларҙа һаҡлап ҡалыусы ҡатнашыусы булараҡ билдәләнеп үтелде. Бынан тыш, шулай уҡ бағымсылар тарафынан айырым еңеүселәр билдәләнде. Фәнилә Башырова, Зөфәр Әлибаев, Илмир Ҡарамғужин, яңылыҡтар хеҙмәте. Яңылыҡтар сығарылышы ошоноң менән тамам. Мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.